Здравствуйте, меня зовут Егор, и я один из русских учеников школы колледж Дреман. Я приехал в эту школу в 13 лет, когда пошел в 7 класс, и с тех пор оставался здесь. В этом году я заканчиваю за последний 12 класс и учусь на программе интернационального бакалавра. Мой любимый опыт в Сиделе — это ежегодные поездки в горы, когда мы всей школой собираемся и на двое выходных едем кататься на сноуборде или на лыжах в горы в Швейцарии. До приезда в Сидел я не умел кататься ни на том, ни на том, но теперь это два моих любимых спорта. В школе у меня много друзей, пришедших из разных стран и абсолютно разных культур. Я считаю, что очень хорошо их знаю и понимаю, ведь мы живем под одной крышей уже несколько лет. Я невероятно рад, что мы живем вместе, ведь я смог узнать их намного лучше, чем если бы мы просто ходили в одну школу. У нас много воспоминаний вместе, и мы фактически выросли вместе. Человек, который меня вдохновляет в колледж Дреман, это Сальва. Он один из смотрителей, которые следят за учениками, убеждаются, что они хорошо питаются, хорошо спят и, конечно, хорошо учатся. В общем, заменяют нам родителей. И Сальва смотрел за мной в мой первый год в колледж Дреман. Меня очень поразила его честность и доброта, и когда я вырасту, я хочу быть таким же человеком, как он. Что мне невероятно нравится в нашей школе, так это огромное количество кружков и клубов, в которые я могу вступить. В личном моем опыте я участвую в команде по регби, в которой я играю уже 4-й год. Также я хожу на кружок рисования, где мы рисуем сюрреалистические картины. И совсем недавно вступил в новостной клуб нашей школы, где мы распределяем новости по самой соответственно школе. Мне очень нравится возможность узнавать себя и находить новые хобби через нашу школу.